Пришел, увидел, победил. Это о нашем земляке, для которого поход на концерт известного рэпера обернулся необычайным везением. Молодой человек унес с собой с выступления не только впечатления, но и бейсболку мировой звезды. Обладатель трофея Дархан Бегимтаев поделился своими эмоциями в эксклюзивном интервью нашему телеканалу. Среди 10 тысяч фанатов из разных стран мира именно Дархан Бегимтаев поймал головной убор 50 Цента. Напомним, известный во всем мире американский рэпер дал первый и последний концерт в Казахстане в рамках своего финального мирового тура. Наш земляк-уроженец из Железинского района не просто побывал на выступлении артиста, а, что называется, вошел в его историю. Там эйфория была, я, наверное, за последний, да я не знаю, я кого обману, я за 5 лет, наверное, за всю жизнь так не радовался, как там. То есть, да, я видео выложил, вы, наверное, увидите там в Инстаграме. То есть это были такие эмоции, такие, не знаю, такая эйфория, которая у меня прям вау. Для меня не сама кепка, то есть какой-то атрибут. Мы понимаем, что это атрибут, ну, кепка, вещь человека, ну, обычная вещь человека. Но сам масштаб того, что это все видели, это все знают, и это сам, ну, представляете, как коснуться немножко, как сказать, к истории. Дархан Бегимтаев признается, что считает себя по жизни везунчиком. Оказавшись в нужное время в нужном месте, он в очередной раз поймал удачу за хвост или буквально бейсболку за козырек. Предложение выкупить драгоценный трофей не заставили себя долго ждать. Деньги я тебе прямо сейчас привезу, я хочу забрать эту кепку. А какой сумме речь? 20 миллионов, как я говорил, этот человек. Ну, то есть я помимо него, так как мы с ним знакомы, он меня знает, я его знаю, и он говорит, типа, все. То есть, я думаю, если мы не были с ним знакомы, он не позвонил, мне кажется. А тем другие, ну, типа, моменты, когда кто-то другой что-то предлагал, это вот сообщение было, меняю машину на Hyundai Sonata, то есть 23-го года, я помню это сообщение, я такой смотрю, ну, прям в личку, в дайрект написали. Потом написали... На квартиру в центре Москвы тоже в личку написали. Деньги предлагали от 50 тысяч тенге до... Максимально предлагали за нее, ну, 500 тысяч тенге. Ну, $1000, грубо. Кепку Дархан Бегимтаев твердо решил оставить себе. Головной убор хранится в надежном месте. Однако мы не могли не спросить, на трофей какой другой мировой звезды он был бы готов его обменять. Ответ приятно удивил. Как оказалось, молодой человек, большой поклонник творчества Димаша Кудайбергена. Ради встречи с казахстанским артистом он бы мог распрощаться с бейсболкой американского рэпера. Между тем, примечательно, что зарубежный исполнитель во время выступления бросил в зрительный зал еще и полотенце. Его поймал тоже павлодарец, известный волонтер Асхат Кустаулетов. Случайность или совпадение? Быть может, в Павлодаре живут самые везучие люди? Дарья Жумабекова, Арман Якубов, Ертыс Акпарат.